Молодым людям кажется, что с милым рай в шалаше. Но реальная жизнь очень часто ломает эти романтические представления. Так случилось и с Аленой, которая недавно пришла ко мне на прием. Неспособность мужа решить элементарные бытовые проблемы превратила семейную жизнь Алены в ад. Иван Иванович, ну пожалуйста! Алена Тихомирова, 23 года, студентка педагогического вуза, замужем. Мы заплатим, просто мне задержали деньги за перевод. Я эти слова слышал уже 1000 раз. Иван Иванович Завишо, 56 лет, владелец квартиры, где живут Алена и Дима. Я уже давно пожалел, что пустил вас. Более необязательных жильцов я не встречал. Дима, ну почему ты молчишь? Ты понимаешь, нас на улицу выселяют. Ну, Иван Иванович, да куда ж мы сейчас пойдем на ночь глядя-то? Дмитрий Тихомиров, 26 лет, музыкант, муж Алены. Ну дайте нам хотя бы 2 дня, и мы вернем эти деньги. Не переживайте. Ну вечно мне жильцами не везет. То студенты, то музыканты какие-то нищие. Ладно, под вашу ответственность даю вам 3 дня. Да, еще. Соседи опять жаловались, чтобы никакой громкой музыки, ясно? А то на музыку деньги есть, а на квартиру нет. Ха. Ты чего? Да не переживай ты, выкрутимся мы из этой ситуации, ну, всегда выкрутимся. И сейчас выкрутимся. Ну, не переживай ты так, хочешь я тебе что-нибудь сыграю, развеселю? Тебе все шуточки, ты должен обо всем заботиться, ты мужчина. А ты вместо этого пишешь эти никому не нужные тексты. Я всегда знал, что тебе не нравится ни моя музыка, ни то, что я делаю. Я еще и виновата! Я устала от подобной жизни. Я не могу больше ждать, пока Дима начнет деньги зарабатывать музыкой. А давно вы женаты? 3 года. Дима замечательный человек. Но все бытовые вопросы должна решать я. Без конца унижаться, доставать деньги. Ночью работать над переводами, а днем засыпать на лекциях. А зачем же вы взяли все это на себя? Как зачем? Ну, ведь как-то жить надо. У Димы всегда один ответ. Потерпи, дорогая, скоро все наладится. Мне надоело ходить в обносках, экономить каждую копейку. Я не могу ни в чем на него положиться. Скажите, а с первых дней замужества вы были недовольны таким положением дел? Нет. Раньше мне нравилось, что он такой романтик. Но теперь наши отношения зашли в тупик. Скажите, а до сих пор вы считаете, что ваш муж очень талантлив? Конечно. Но одно дело быть талантливым музыкантом, а другое дело мужем, главой семьи. Ну, тогда у вас только 2 выхода. Первый – или вы ждете, пока его кто-то заметит, и продолжаете зарабатывать за 2. Или вы не ждете, живете одна, ваши мучения заканчиваются, или у вас есть еще какой-то вариант? Нет. Алена решила последовать совету Бориса Ефимовича и помириться с мужем. Привет. Как дела? Хорошо. Новая песня? Сыграешь? Она еще не закончена. Димка, ну мы столько лет вместе, а ты меня совсем не знаешь. Ну скажи, если бы я в тебя не верила, стала бы я терпеть такую жизнь? Ален, ты знаешь, у меня для тебя хорошая новость. Сегодня мне звонил Морецкий. Морецкий? Ну? Продюсер? Дим, сколько раз тебе звонили продюсеры и чем это все заканчивалось? Слушай, Ален, подожди. Я тебе сейчас все расскажу. Короче, Морецкому дал кто-то мою песню. Ну, тот, соответственно, послушал ее. Ему очень понравилось. Он спросил у меня, есть ли у меня еще какие-то песни. И завтра он ждет меня у себя в кабинете. Ну, что ты на это скажешь? Понравилось Морецкому? Понравилось. Димка, так он же бог. Он открыл столько звезд. Ты станешь знаменитостью. Ну да. Ура! Я всегда знал, что когда-нибудь это произойдет. Морецкий мой последний шанс. Я должен ему понравиться. Я сделаю все для того, чтобы я ему понравился. А слушай, а может ты завтра пойдешь со мной к Морецкому? Так я же в музыке не особо. Алён, ты пойми, что ты
Это мой талисман. Когда ты рядом, всегда у меня все великолепно. Это потому, что я тебя очень люблю. И я тебя. На следующий день Алена и Дима пришли на прием к Михаилу Морецкому, чтобы показать продюсеру Диминой песни. Ну, что вам сказать, молодые люди? Что в это время вы предпочитаете? Чай, кофе? Михаил Морецкий, 41 год, глава продюсерской фирмы. Свежевыжатый апельсиновый сок. Скажите, вам понравилось? Видите ли, молодежь, в этом виде песни ничего не стоят. Но вы же понимаете, что песни записываются дома, а не в студии. Вы бы сразу почувствовали разницу. На самом деле у Димы замечательные песни, они должны стать шлягерами. Ну, я на самом деле не отказываюсь, конечно, от песен Димы. Не отказываюсь. Просто я заметил, что... Ну... Знаете, у нас дома много других песен, мы можем их принести. Дима талантливый музыкант, вы должны это понять. Я заметил, Алена, вы умеете убеждать. На что по этому поводу думает маэстро Паганини-то? Я согласен. Как говорится, работать и днями, и ночами. Если вы подпишете с Димой контракт, вы никогда не пожалеете. Вы же умный человек. Вы открыли столько звезд, я давно слежу за вашим творчеством. У вас прекрасное чутье. Дайте шанс Диме. Видите ли, Алена, такая редкость в наше время сегодня встретить девушку, которая верит в талант собственного мужа. Мне это нравится. Честное слово, мне это очень нравится. Вы не дадите нам пару минут завтра? Конечно. Я подожду на улице. Хорошо. Спасибо. Так, давай руку, пошли. Что случилось? Что случилось? Я сверну этому подонку его тонкую шею, блин. Дима, да когда я уходила, все было нормально. Что произошло? Что он тебе сказал? Он был готов подписать контракт. Контракт он готов был подписать. Только взамен ему он очень многое требует взамен. Понимаешь? Дима, ты ведь был готов пойти на все ради контракта. А теперь работы испугался. Работа? Да если бы ему нужна была работа, я про раскладушку-то поставил перед его офисом. Ему не я нужен, а ты. Я? Да я же не музыкант. В общем, он готов стать моим продюсером, только с одним условием. Если он проведет с тобой ночь, подонок, а? Ну, мерзавец, я ему устрою. В общем, я тебя никому ни за что не отдам, слышишь? Алена была потрясена. Она, конечно, заметила, как смотрел на нее Михаил, но не придала этому большого значения. Дим, ну давай снова попробуем отнести твои кассеты на какую-нибудь радиостанцию. Алена, ну какую радиостанцию? Какую радиостанцию? Ну, хоть на одной послушали мои песни? Ну, что они спрашивают? Кто мы? Откуда мы? Ты не понимаешь, что все решает только продюсер? Я так надеялся на Морецкого. Ну, что этот Морецкий последний? В этом городе больше нет других продюсеров. Ален, Морецкий для меня был последним шансом. Самое страшное для меня – это то, что он поверил в мой талант, в то, что он поверил в меня, а на самом деле захотел тебя. Замечательно, у тебя все получится. У меня получится. Ален, что ты говоришь? Просто завтра, с завтрашнего дня я начну новую жизнь. А теперь давай спать. Давай. Дим. Ален, давай спать. Спасибо тебе за поддержку. Алена не спала всю ночь. Она видела, что Дима страдает, и понимала, как можно помочь ему. Эта мысль не давала ей покоя. К утру Алена приняла решение. Михаил Александрович, это Алена. Еще помните, тем лучше. Я согласна на ваше предложение. Сегодня могу. Хорошо. В 5 возле вашего офиса. Молодые супруги Алена и Дима Тихомировы любят друг друга и счастливы вместе. Но Дима безработный музыкант и не способен обеспечить семью.
Неожиданно Диму и Алену приглашает на встречу известный продюсер Михаил Морецкий, которого заинтересовали песни Димы. Морецкий соглашается подписать контракт с автором, если Алена проведет с ним ночь. Ради Димы Алена согласна на все, поэтому тайком от мужа она принимает предложение продюсера. Вот так, наспор, я сделал из никчемнейшего гитариста звезду. Но эта история к Диме, конечно, не относится, он действительно талантливый музыкант. Да что с вами, Алена? Я не узнаю ту девушку восторженную, с которой познакомился вчера. Я пришла сюда выполнить свое обещание. Я обещала переспать с вами. Так что пойдемте. Куда? В спальню. Ну, просто уже ноги декабриста. А я перетошный злодей. О! Михаил Александрович, мне не до шуток. Сейчас... уже поздно, Дима волнуется. Скоро мне нужно будет идти домой. Где у вас спальня? Ну, Алена, вы меня действительно волнуете, но я хотел бы с вами поразговаривать как-то, познакомиться поближе, присаживайтесь. Ой. Я вас умоляю, молчите. Это Дима. Алло? Дим? Я у Наташки там перевод помогаю, а что? Ты забыл ключи? Ждешь у подъезда? Хорошо, я иду. Угу. Даже не ожидал, что наш вечер так быстро подойдет к концу. Михаил Александрович, я вас прошу, я вас просто умоляю, пойдемте в спальню. Я хочу исполнить уговор, вы должны продюсировать моего мужа. Ладно, давайте условимся так, что свою часть уговора вы уже выполнили. Не нужно никаких спален. Завтра я подпишу с Дмитрием контракт, пойдемте, я вас отвезу домой. То есть между нами чего не будет? Алена, вы взрослый человек. Вы думаете, я заставлю за своей спиной человека, который меня ненавидит? Говорите. Боже мой. Я ведь думала, что вы просто мерзавец. Извините, я просто была дурой. Знаете, Дима так любит музыку, а я так люблю его, что... Алена, Дима ждет вас. Пойдемте, я отвезу вас домой. Спасибо вам. С ним. Да как ты могла вообще? Да, Дима, да ты все неправильно понял. Так, в общем... Михаил! Михаил уже, значит, да? Значит так, зачем ты с ним приехала? Ты понимаешь, что ты мне изменила? Я больше пальцем до тебя не дотронусь. Понятно? Я не хочу тебя видеть. Да ничего не было! Я ни в чем не виновата! Дмитрий, вы прекратите орать на... Так, а ты там вообще помалкивай, понял? Слушай, а ты такой ценой, мне от тебя больше ничего не нужно. Я... ухожу, ты мне противен. Дима! Слушайте, ну я все испортил, я все исправлю. Молчите только, не лезьте. Я-то тут при чем? Если бы он любил тебя, он бы поверил тебе. А так он повел себя, как инфантильный придурок. Что ты в нем нашла вообще? Что? Ненавижу этих ранимых гениев. Фу. Но я его люблю. И вообще, вы только что назвали его гением. Ладно, хватит рыдать. У меня есть комната для гостей, можешь переночевать у меня. А завтра, вот увидишь, он поймет, что он сам облажался и первый перезвонит тебе. Да никуда я не поеду. Ну ладно, беги тогда за ним. Беги, умоляй, проси прощения, ползай перед ним на коленях и жди очередной истерики. Вперед. Давай. Вы правы. Это он должен просить у меня прощения, потому что он мне не поверил. Моя совесть перед ним чиста. Знаете, я думала, что Дима будет меня искать. А он... Я пришла утром, чтобы собрать свои вещи. Так он уже собрал их в чемодан и поставил возле порога. Мне было некуда идти. В общем, я живу сейчас у Михаила. А Михаил не против такой квартирантки? Он не требует ничего большего? Ну, в первый же вечер он попытался. Я вам не мешаю? А мы опять на «вы»? Да и чем ты можешь мне помешать? Печатаю. Время 10. Может быть, пора? Я работаю. Ну, ты взрослая женщина. Я взрослый мужчина. Так, если еще слово!
Спасибо вам, конечно, большое за все, но лучше я буду на улице ночевать, чем такое терпеть. Какое? Я так понимаю, если я правильно помню, еще вчера ты сама меня просила об этом. Просила, потому что думала, что это спасет Диму. Так, пустите меня. Мы же с вами договаривались, что я поживу здесь несколько дней, пока мне не заплатят за перевод. Но, видимо, вы меня неправильно поняли. Ну ладно, считаю, я все правильно теперь понял. Я больше не буду распускать руки. Ну все. Мир. Мне обещали заплатить хороший гонорар. Я сразу же сниму жилье. Какой у нас характер. Я в тебе не ошибся. Михаил выполнил свое обещание. А вот что делать с Димкой, я не знаю. Я постоянно ему звоню на мобильный, он не берет трубку. Я страшно беспокоюсь. Что мне делать? Ну, для начала вам надо разобраться, что бы вы хотели сделать. Я хочу только одного. Чтобы все это оказалось страшным кошмаром во сне. Я хочу, чтобы проснуться утром, почувствовать, как меня обнимает Димка. Если вы на самом деле этого хотите, почему же не возвращаетесь к Диме? Но ведь он не берет трубку. А я первой не могу сделать шаг. Мне не позволяет гордость. Ну, либо гордость, либо вы ждете. Значит, прощения вам от Димы ждать придется очень долго. Понимаете, он уверен до сих пор, что вы ему изменили. И изменяете. Нет, я не могу ждать. Мне Димка нужен. Ну, значит, вы знаете, что вам делать. Берите чемодан и стойте возле двери. Алена решила помириться с Димой. Она была уверена, что их любовь сильнее всех обид, и они смогут простить друг друга. Иван Иванович, а Дима дома? Нету тут вашего Димы. Не знаю, куда съехал. Между прочим, он ушел, даже не заплатив, а я говорил под вашу ответственность. Хорошо, я принесу деньги. Нет, милочка, ты мне оставь залог. Теперь я знаю ваши обещания. Я сейчас... Ой, Иван Иванович, а у меня здесь ничего нет. Я кошелек дома забыла. Так я и думал, как это нет, а это? Но ведь это же обручальное кольцо. Тем более давай, за этим кольцом ты точно прибежишь. Иван Иванович, только вас очень прошу. Пожалуйста, не надо его продавать. Я заработаю деньги и вам принесу их. Да, но не стоит тех денег, что вы мне должны. Алло, здравствуйте. Светлана, это вам звонит Алена Тихомирова. Скажите, Дима не у вас? Алена разыскивала Диму уже неделю. Сначала она обошла друзей, но никто не знал, где Дима. Отчаявшись, Алена стала обзванивать всех, чьи телефоны были в их записной книжке. Алло? Виктория? Это вам звонит Алена Тихомирова. Наверное, вы меня уже не помните. Скажите, а Дима не у вас? Извините. Ну что? Нашла? Где же он может быть? А, у меня день такой был тяжелый. Пойдем попьем кофе куда-нибудь. Нет, извините, я еще не всех обзвонила. Супруги Алена и Дима Тихомировы любят друг друга. Но Дима безработный музыкант и не способен обеспечить семью. Продюсер Михаил Морецкий соглашается подписать с Димой контракт, если Алена проведет с ним ночь. Чтобы помочь мужу, Алена тайком от Димы принимает предложение продюсера. Михаил ведет себя благородно, ничего не требуя от Алены, но Дима не верит. В отчаянии он бросает жену и исчезает. Михаил приглашает Алену пожить у него. Она соглашается, но, понимая, что любит мужа, начинает поиски Димы. Ален! Подожди. Димка! Привет! Димка! В общем, это тебе. Спасибо. Я тебя третий день уже по всему городу ищу. Говорят, что ты звонила. Звонила? Да я весь город обижала. Как ты мог уйти, никому ничего не сказал? Так я завязал с музыкой, сейчас работаю у своего друга. Получаю хорошие деньги.
получил аванс и заплатил за нашу квартиру. Да, и вот еще. Обручальное кольцо. Я так боялась, что этот старый хрыч его продаст. Ну, давай руку. Оп. Ну что, пойдем домой? Пойдем. Только там вещи, ноутбук. Так. Слушай, ты только не обижайся, там Михаил дома, я быстро сбегаю за вещами. Мне здесь подождешь, хорошо? Ну а что мне сделать-то, если я с тобой поднимусь? Ну, я тебя прошу, не будь букой. Ну, ладно, я тебе здесь подожду. Да, сядь на лавочку, я быстро. Только никуда не уходи. Хорошо. Хватит нам уже теряться. О, я слышу, кто-то бегает. Ты же вроде перевод собиралась отнести. Михаил, Димка вернулся. Так что я за вещами, спасибо вам большое за все. То есть ты вот так вот собралась и вперед к нему? Молодец. Вам деньги нужны? Ну хорошо, я перенесу, только мне нужно перевод отдать. Ты считаешь, что так можешь уйти от меня? Нет, я слишком долго ждал. Я играл в правильного, в добренького, но ты не оценила мое отношение к тебе. Я заслужил награду. Ты так не считаешь? Да что вы делаете, не трогай! Что я делаю? Что я делаю? Да мне дверь оставила открытой, Дима сейчас придет! Не надо мне сказки рассказывать! Хватит! Слышишь, убери руки от нее! Пошли! Все, не смей трогать ее! Что здесь происходит? Что это такое? Пожалуйста, пожалуйста, Дима! Подожди, стой, так, в общем так, уходим отсюда. Кретин, ты мне еще ответишь за это, понял? Пошел. Уходим. Прошел месяц. Теперь Дима много зарабатывал. Алене казалось, что все наладилось. Ее тревожило только одно – перемена, происшедшая с Димой. На работе дурдом. Ты помнишь, что у нас сегодня годовщина? Ну, конечно. Но раньше я приехать не смог. Дим, ты так изменился? Я не знаю, люблю ли я тебя уже таким. Лучше бы ты был нищим музыкантом. Ты знаешь, я тоже задаю такой вопрос, люблю ли я тебя. После этого случая с Морецким. Замолчи! Сколько раз можно было говорить, что ничего не было? Скажи, что я должна сделать, чтобы ты поверил? Делать ничего не нужно. Знаешь, я встаю в 7 утра, я, пожалуй, пойду спать. Я не понимаю, что с ним происходит. Мы стали совсем чужими. Это только вы так считаете или Дима тоже? Думаю, Дима тоже. Все мои попытки поговорить только его раздражают. Когда он забросил музыку, он стал другим человеком. Лучше бы он был нищим музыкантом, но любил меня, как раньше. Но вы сколько могли, вы поддержали его, и он изменился, и теперь у вас опять два выхода. Либо ждать, пока он станет прежним, либо уходить. Алена согласилась со словами Бориса Ефимовича. Она верила в талант Димы и хотела, чтобы он снова занимался музыкой. Алена решила сама отнести на радио его песни. С галстуком. Я тебя очень люблю. И я тебя тоже люблю. Уже через неделю в жизни Алены и Димы произошло событие, о котором они вместе мечтали все это время. У меня для тебя есть сюрприз. Какой такой сюрприз? Контракт. Контракт? Какой контракт? С радиостанцией на запись твоего альбома. Так. Слушай, ты что, опять ходила к этому? Ален! Успокойся. Я была на радио. Они послушали твои песни, им очень понравилось. Теперь они берутся за твою раскрутку. И что я должен теперь сделать? Сочинять новые песни. Ничего страшного в этом нет. Потом почитаешь. Слушай, Аленка, спасибо тебе огромное. А я ж мучил тебя, да и сам мучился. Ты у меня самая лучшая. Прости меня, пожалуйста. Ну, скажи мне вот честно. У тебя было что-нибудь с Морецким? Я клянусь тебе. Он меня даже пальцем не тронул. Прошу, поверь мне. Ну? Хочешь, я тебе жизни поклянусь? Ален. Ну, не надо. Я все понимаю. Прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Прости. Просто, ты знаешь, теперь я тебе верю. А я, между прочим, новую песню написал. Аленка называется. Хочешь послушать? Хочу, конечно. Когда молодые люди вступают в брак, им кажется, что их любовь ничто не может разрушить. Но праздник заканчивается, наступают будни,
а с ними приходят ссоры. Так и случилось в семье нашей героини. Алена ведь добровольно избавила своего мужа от всех бытовых проблем. Это же так романтично, муж-музыкант, не от мира сего. Затем сама же стала обвинять его в отсутствии денег в семье. А когда муж в угоду ей изменил своему призванию, оказалось, что он такой ей не нужен. Да, конечно, этой семье пришлось много пережить, но она от этого стала крепче.